Ну что, друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моем, получается, пятом аккаунте и будем продолжать себе сегодня пытаться возвращать все трофеи, что слили. Я напомню, слили мы с вами не так давно 3500, и поэтому нужно попробовать все это дело вернуть обратно к нам на базу. Также, друзья мои, уже совсем скоро будем себе здесь прокачивать 8 левел, потому что я собрал нужное количество рыцарей для прокачки всего этого добра, поэтому в идеале апнуть 3500 и уже на 3500, будучи 7 левелом, апнуть 8. Почему бы и нет, как по мне, идея, в принципе, довольно неплохая, и буду стремиться именно к этому. Что получится, естественно, посмотрим только тогда, когда соберем все это дело. Ё-моё, ладно. Я так, знаете, просто смотрю на этого мега-рыцаря, ну и что-то как-то нехорошо. Нехорошо мне, очень-очень на душе прям так больно. Я вижу, я понимаю, сколько урона он даст, и, ну, прям реально как-то не по себе становится. Так, ладненько, давайте, ребят, зафигачим тогда вот такого вот грома. В теории, довольно нормально деф получается, но смущает единственное то, что бандитка второго левела сейчас будет брать и наносить, правда, дофига дэмэджа. Ну окей, окей, ребята, терпим. Делать нам, как говорится, больше-то и нечего, поэтому нормально, пойдет. Так, ребятухи, чё ж нам с вами сейчас такого бы интересного замутить-то? Вот вопрос. Как предложение можно сейчас... Я даже не знаю. Нужно, короче, играть максимально сейвово. Ждем его мега-рыцаря. Угу, я понял. Я тебя понял, братик. Он, короче, ребята, задумал, я думаю, все уже догадались, что абсолютно верно. Он задумал пушить нас на трешку, поэтому нужно взять и в идеале просто-напросто сейчас попытаться его остановить. Блин, сплэш урод вообще, конечно, супер просто, класс. Опять сплэшует, вот поганка. Так, быстрее, 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 быстрее. Много, много, ребят, лишнего урона заходит, не должно было столько быть. Столько я не должен был пропускать. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо дела, ребята. Пока мне не очень все нравится. 1068 хп на нашей башне. Это явно не к добру. Фигачу тогда вот такие вот стрелы здесь, значит. А бандитку мы сейчас, конечно же, не заберем, потому что бандитка вообще пошла в противоположное место. Но в любом случае мы ее хотя бы отдефаем. Это приятно, братик. А что, левая вышка тебе не нужна? Ты типа ей ручки помахал уже? Не, ну красава, что можно сказать. Реально так. Так и нужно делать. Вообще хорош. Так, ребятухи, фига, чё тогда колдуна, и опять же нам нужно сейчас успеть накопить на пекаре. Я очень надеюсь, что получится у нас с вами это сделать, потому что иначе будет больно. Так, погнал пека, все замечательно, все по таймингам. Мега рыцарь, если что, мы не пропустим, братан. Сейчас бы под пеку давать мега рыцаря, красава. Просто ты лучший, ты реально мой кумир, серьезно. Делаем, друзья мои, тогда вот таким образом пламя как танк, потому что пламя, насколько я помню, побольше хп, чем у обычного дракончика. Вот такие вот стрелы давайте, допустим, забросим. Отлично, минус все мыши. Все, друзья мои, офигенно, просто прекрасная, перфектная, просто замечательная трешка. Начало положено, все здорово. 28 кубков хотелось бы, конечно, побольше, но в любом случае, чем богато, тем рады. Поэтому, ребят, получаем все это дело и идем дальше, уже, надеюсь, в катыч, благодаря которому мы вернем себе 3400 трофеев. Но что из этого получится в итоге, конечно, я, естественно, даже не знаю. Ну, короче, глянем. Так, ребятухи, 10 левел, нам бы в идеале сейчас не торопиться, дождаться его хода, пока просто, ну, сброшу такого, знаете, сейвового, самого что-нибудь простого, ну, ничего прям жесткого из себя не представляющего рыцаря. Посмотрим, что из этого добра будет сейчас получаться. Нужно вообще понять, с чем он играет. Хок, гигант, может быть, опять же, мега-рыцарь. Как только, ребята, нам станет ясно, будет уже, правда, в разы попроще. Так что давайте надеяться на лучшее. Фигачу, ребят, еще, наверное, вот такие вот стрелы. Блин, стрелы, на самом деле, думал, будут поинтереснее. Ну и так пойдет. Да, это мега-рыцарь, о чем я вам, ребята, и говорил, что я как бы и перечислял. Так и получилось. Ну окей, в принципе, урон залетел, по-моему, довольно неплохой. Этого мега-рыцаря, я думаю, мы будем дефать максимально просто. Даже не буду юзать пеку. Нафига, ну... Ой-ой-ой, кстати, а зря... Как оказалось-то, реально я зря не заюзал-то пекаря, елки-иголки. Так, ребята, ну я просто реально даже и не ожидал того, что у челика окажется там громоверс. Меня к такому жизни, как говорится, не готовило. И из-за этого, как вы сами, ребята, видите, огребли мы с вами, ну... Не то чтобы, конечно, прям... Блин, у него еще и пламик, ты серьезно? Я понял, что это за дека, ребята. Я даже, по-моему, сам с такой колодой играл. Это плохо. Это реально плохо, то, что... У челика это самая колода, потому что придется нам здесь реально не сладко. Фигачи, друзья мои, вот такого вот грома. Так, 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 громоверец, пожалуйста, живи, братан. Отлично, он живет, но плохо то, что не работает вышка. То есть я слишком рано набросил этого самого грома. Из-за этого он, во-первых, помирает, во-вторых, вышка в это самое время не дамажила пламика. Так, друзья мои, ну сейчас нам примерно стало понятно, что у него за колода. Мы, значит, все это добро будем ожидать. То есть там громов против пламенных драконов, мега-рыцарей и прочее-прочее. Поэтому нам сейчас будет, ну, по
попроще, по идее, вроде как, должно быть попроще, и ошибок, если что, прям мега жестких допускать мы не будем. Так, мы сейчас с вами должны просто 100% взять и накопить тогда на пекаря. Офигенные мыши, братан, я не знаю, зачем он их постоянно дает, когда они у него сливаются, просто как натуральные девчонки. Так, осторожно, ребята, нам сейчас вообще очень жестко и очень срочно нужен гром, но, как вы поняли, я буквально немножко не успел до него прокрутиться, на него накопить, поэтому пришлось отдать здесь пекаря. Как бы мне этого не хотелось, но так, ребята, произошло. Так, фигачим дракончик, тогда как танка, готовим кладбище, потому что через кладбище сейчас и будет у нас основная атака строиться. Забираем всю его мелочь на изи. Блин, и опять же, пиганый мега-рыцарь. Вот это вот, конечно, ребята, проблематично довольно. Так, ладненько. Пека тогда нам сейчас, я думаю, в помощь зайдет хорошо. Тут, наверное, еще и стрелы какие-нибудь плюс-минус пригодятся. Да, давайте, наверное, наброшу стрелы. Стрелы ложатся хорошо, и все. И самое главное. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стоямбочка. Рыцарем отвлекаем. Пека там уже подходит. Сейчас будет творить правосудие, я надеюсь. Тут мы, ребята, даем тогда вот такого вот товарища. Тихо, живи. Главное, чтобы жил у нас кайф. Просто кайф. Где? Куда он делся? Один большой вопрос. Пека даже грома не смогла забрать. Вообще идеально. Просто, друзья, что-то как-то так себе. Пока делихи у нас идут с вами. Ну, я, по крайней мере, не могу сказать то, что это катка, которая закончится победой. Это пока мега непонятный бой. И чем он закончится в итоге, конечно, мега неясно. Мега-рыцарь и его пламя с громом. Вот это вот наши основные проблемы. Вот это вот наши прям основные карты, которые мешают больше всего. Так, рыцарь, братишка, отвлекай, пожалуйста. Тут мы, ребята, фигачим-то да это добро. Так, гром, простань. Хорош, красавчик. Стрелы на банду гоблинов, префайером давай. Блин, не совсем префайер сработал, но пека дошла до вышки. Найс. Четко. Фу, друзья, эта катка достойна вашего лайка. 3400 трофеев. Здорово. Как говорится, привитос. Мы все это дело вернули. Осталось еще выиграть буквально 3 боя, друзья мои. И все то, что я хотел вернуть, я верну. Но до этого как бы еще нужно дожить, это факт. Ладно, окейшки, что-то челик ухтыкает. Ладно, пожелаем ему удачи и погнали. Братишка, ну, может быть, сдашься? Отличная игра, спасибо, я еще вроде ничего не делал даже. Уже отличная игра, говорит. Я понял, окейшки. Есть предположение, что у челика 9 фаер и нашему магу кирдык. Но это не точно. И, кстати, есть еще предположение, что это может быть кладбище, либо гонча. Ну, это пока так же абсолютно не точно. Так, ладненько. Окейушки. Ага. Есть еще теперь предположение, что это кладбище, но это опять же не точно. Что-то, ребята, вообще мега не точно. Все, что только может быть. Так, хороший колдун. Прям колдун справляется... Возможно, не на все прям 100%, но в теории справляется он, правда, очень даже неплохо. Нам бы что-то, ребятухи, придумать с его спарки, поэтому я очень сильно... Только не говорите... Что это сплэш? Я вас понял. Друзья, у нас проблемы. У нас правда проблемы. Большие при том. Это минус башня. Я не знаю, что делать. Рыцарь, братик, танкуй, пожалуйста, как можешь. Танкуй, все очень плохо. Друзья, у нас проблемы. При том реально большие. Так, ладно. Еще не все потеряно. Мы еще не сдаемся, самое главное. Так. Проблема в том, что у него спарки. Самая главная проблема в том, что у него спарки. Вот так надо именно сказать. То есть, это самая огромная проблема. Пека, куда ты? Кайф. Я вас понял. Так, ладно, не сдаемся. Шансы есть. Что-то, мне кажется, больше их нет. Так, что ж нам сделать-то? Смотрите, ждем, пока мега-рыцарь прыгнет. Тут делаем вот так вот. Нормально, контролируем. Дальше пламенный дракон. Тоже пойдет, тоже неплохо. Запекай бы в идеале сплэшевика. Было бы здорово. Колдуна. Пойдет, замечательно. Справа отдефались, потеряли хитпоинты. Немножко огребли, но отдефались. Самое что главное, то что так оно и произошло. Мага жалко, добавить нечего, мага правда жалко, за мага реально обидно. В душе этот братишка вроде как даже толком ничего и сделать не успел, но зато уже помер пламенный. Братик, если ты успеешь забрать вышку, тебе цены не будет. Бро, блин, обидно, вот это вот реально было неприятно. Так, ребятухи, смотрите, что я делаю тогда далее. Я фигачу вот такого вот грома и фигачу пекаря. Друзья, времени, очень мало времени. Все казалось бы здорово, все казалось бы четко, но проблема реально упирается только в то, что очень мало остается времени, серьезно. Так, отлично, забрали. Гром, блин, гром сплэш получил, ё-моё. Друзья, спарки, просто всю игру мне попортило спарки, ну серьезно.
Да, ребята, я не успел даже забрать у него левый тауэр, в то самое время пацан успел нам забрать правую вышку. Это обидно. Блин, из-за одной лишь карты под названием Спарки вот такая вот неприятная вещь случилась. Короче, друзья, мы, казалось бы, вернули себе 3400. Я думал, то, что вау, все классно, все правда здорово, и тут просто фигак, и мы сливаем. Не, ну хорош, отличная игра, братан. Правда, на 11 левеле сидеть на таких кубках, это, ну, немножко такое себе, ну, а так в целом норм. Короче, друзья, я благодарю вас за просмотр. Вот какой-то такой сегодня получился видос. Продолжаю, стараюсь возвращать кубки. Что-то получается, что-то не получается. Это нормально, поэтому большое спасибо всем тем, кто верит в то, что все будет здорово. Все будет правда здорово. До скорых новых встреч. Всем удачи, всего хорошего. Тащите катки, друзья. Пусть у вас у всех все будет good. Пока-пока. Увидимся в ближайшем будущем на новом ролике или на новом стримасике. Удачки, ребята. Покедова.